предложил еще какую-то, может быть, маленькую игровую, чтобы с детьми было приходить. Помимо того, что-то там, хотя бы уголочек такой небольшой, игрушки. Центр поддержки семей мобилизованных граждан, открывшийся в Одинцове, проинспектировал глава муниципалитета Андрей Иванов. В округе это пока единственная такая организация и одна из первых в Подмосковье. Дорогие друзья, мы открыли Центр поддержки семей мобилизованных. Его адрес – город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, первый этаж торгового центра «Дубрава». Наш центр оказывает поддержку для семей мобилизованных граждан. Сюда могут прийти родственники, родители, супруги, дети, если кто постарше, и обратиться за консультацией, например, к сотруднику, представителю управления образования, соцзащиты. Также мы предоставляем бесплатную юридическую консультацию. На базе нашего центра работает психолог, который может поддержать родственников. В центре можно узнать о льготах, обратиться к специалисту центра занятости, который подскажет, как получить дополнительное образование супруге мобилизованного, или узнать о положенных выплатах и компенсациях. Также могут обратиться мамы для получения внеочередного места в детском саду. Мы консультируем по вопросам внеочередного зачисления в детский сад, освобождения от взимаемой платы по посещению, компенсация и постановка на бесплатное двухразовое питание 5-11 класс и 1-4, так как у нас завтраками и так питаются бесплатно, постановка на обеды бесплатные. Также при переводе первоочередное поступление в общеобразовательное учреждение. Также еще вопросы – это посещение кружков, которые за платную дополнительную плату осуществляются в соответствии с постановлением, мы ставим на бесплатное посещение. При обращении в центр нужно предоставить справку из военного комиссариата или призывной комиссии. При предоставлении документов, в первую очередь это справочка, заявитель пишет заявление на постановку на льготную услугу. И, соответственно, после написания заявления, сразу же на следующий день, если это не выходной день, его ребенка ставят на данную услугу. В центр уже обращаются местные жители, и специалисты оказывают им всю необходимую помощь. Всего на постоянной основе здесь работает 7 специалистов. Центр открыт каждый день с 10 утра до 19 вечера. Его номер телефона 8-495-181-90-03. Также напоминаю, что работает областная горячая линия по вопросам мобилизации. 8-800-550-50-30. Мы будем заботиться о близких наших мобилизованных на всем протяжении специальной военной операции. Ждем вас в нашем центре. Ольга Дмитриева, Руслан Мальцев, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».